Нет, не складывается у нас презентация. Да, ну... 30 секунд. Хорошо, еще 30 секунд. Пока вы не увидели картинку, а я ее уже знаю. Там написано о том, что Россия по данным исследования ОСЭП, это страны экономического сотрудничества, если говорить в целом о сегменте МСП, то мы отличаемся от развитых стран экономики в том, что у нас очень мало, количественно мало предприятий разряда микробизнес. Я, с вашего позволения, не буду сейчас вдаваться в подробности. У каждого банка свои критерии: малый, средний, микробизнес по обороту и по численности занятых, но вот в целом, если немножко нивелировать эти различия, ну, примерно в 30 раз показатель России меньше, чем